среди самих лондонцев. Однако команда эта интернациональная, космополитичная. Манчестер Юнайтед имеет гимн Лиги Чемпионов. Роберто Розетти и его бригада. И Фрунпак, 15-й Неманья Видич, 16-й Майкл Каррик, 22-й Джон Оши и 24-й Даррен Флетчер. Настроенческую паузу перед тем, как сомневаться не стоит. Должен Арсенал, любой из игроков Арсенала. Что касается Манчестер Юнайтед, то здесь ситуация, наверное, не такая очевидная. Перси и кто там еще, Александр Сонг, не может быть в какие-то мгновения завершить самостоятельно. Арсен Венгер против сэра Алекса Фергюсона. Казалось, может даже пропустить этот матч, но все в строю. А теперь о составах конкретнее. В эту минуту матч начался. Сзади это большой вопрос. И удар Фабригаса, и мяч летит в ворота. Первый ответ Манчестера — Роналду. Как работает с мячом. Готовы к игре. Евра или Фердинанд или Оши не стоит. Роналду, передача в центр. Поскальзывается защитник Арсенала. И гол! Боже мой! Пак Джи Сун, тот самый человек, который вышел на поле вместо, казалось бы, нападающего Тевиса. Забивает лицо Арсена Венгера. Из ничего возник гол. Собственно, конечно, проход Криштиану Роналду и передача по диагонали — это все хорошо. Это не должен был этот мяч доставаться своему. Это не должно было стать пасом. Однако стало же. Уже тогда юный еще, ну, для вратаря юный Ван дер Сар на 60 метров мяч выбивал с исключительной точностью. Тренер вратарей даже не должен был шаг. Какой-то странный, иногда очень полезный для команды и для... Ну, а Роналду выполняет штрафной. Руни, Пак, Андерсон. Разные люди там есть. И все эти люди совершенно не нужны Криштиану Роналду. 2-0 здесь. Это уже пощечина и совершенно серьезно. Опять же, я далек от того, чтобы арифметикой заниматься. Кому теперь что нужно. Просто надо смотреть и наслаждаться вот этими людьми. Они умеют очень много и гораздо больше, чем от них ждут. Удивительно, но все ведь знают, что Роналду бьет какими-то совершенно непонятными ударами. И по силе, и по траектории. Однако не готов, оказывается, Мануэль. Передача из глубины, и что? Не было офсайда. Человек был удивительно похож. Обратная передача. Еще с небольшим винтом была. С такой присядкой. Роналду, вратарь. Немножечко пижон, но только немножечко. Еще он и прежде всего он боец. Угловой, и тунеанцы ушли от офсайда. Флетчер гораздо лучше любых комментариев. Ван дер Сар. Роналду. Рикошет приводит к угловому. Да, не достанет мяч. Киран Гибс. У него есть задача в чемпионате. Здесь, конечно, совершенно другая, обратная картина. Те, кто следят за футболом уже, который получил восхищенные отклики от английской за Кариком, и Роналду катится под него и получает выговор от итальянского арбитра Бакари Санья. И штрафной, это уже напоминает область взаимоотношений эмоциональных между людьми. Не всегда приятно добиваться успеха легкими путями, надо сказать. 32-я минута, 0-2 на Эмирейтс. Удар Роналду. И ловит на этот раз мяч Мануэль Альмуни. Делал сплошные нулевые ничьи. И тот самый первый матч, который я сегодня упоминал и буду долго помнить, потому что для меня это был первый матч, на котором я был живьем. Счастливых лиц. Роналду заработал штрафной. Теперь навес в позиционном наступлении. Роналду... Свисток на перерыв. Роберто Розетти, чемпионов. Это все-таки великие команды. Арсенал и Ман Юнайтед. Перерыв. Финиши чемпионата страны. О, Лиги чемпионов 2009-2010. Но эти 45 минут все равно для каждого из футболистов в красно-белой форме. Полузащита и Адебайор, на мой взгляд. Удар Роналду. Просто красавец Альмуния. Однажды он уже вытащил мяч. Вы видели в первом тайме после удара Уэйна Руни. Удара почти на убой. Сейчас... В ином очень высокого уровня, если говорить об игре на линии ворот. Я говорил сегодня, что Фабьян страшным ударом под перекладину. Ну а сейчас бьет в дальний угол. Не очень мощно, но
Он здесь. Прострел. Кстати, с боковой будет Манчестер Юнайтед. Это Андерсон идет к штрафной. Просочился как-то в нее. Ну и дальше взглянул к своей штрафной, кого он там за себя оставил. Ну, там есть достойные персонажи. Но навес на... Навес. Рикори должен кто-то по идее быть. Слишком много людей задействовал Арсенал в штрафной. И контратака беспощадной может быть. Если пройдет эта передача, так и есть. 3-0 в пользу Арсенала. Господи, что я сказал? Бывает, бывает такое. Я думаю, не обидится болельщикам Манчестер Юнайтед отдельно взятым. Зато те, кто болеет за Арсенал, меня поблагодарят за эту оговорку. Не знаю, откуда она взялась. Может быть, от жалости. Вот теперь уже все. Вот теперь пошли. Я небольшую историю вам расскажу в качестве компенсации за свою оговорку. Да, блестящая контратака. Контратака пришла от бесшабашной игры Арсенала. Вот вспомнил я об этом, когда вернулся за, ну, на 5-й минуте. Наконец-то Уолкот ушел. А Ван Перси идет забивать. Удар по воротам. Единоборство где-то в проявлении эмоций. Все мы ждали этой замены тоже. Джуру перед французе. Ох ты! Бентнер входит в штрафную и бьет в ближний угол. Джон Оши. Вот посмотрим за атакой. Пак пытается сделать дубль. Зарабатывает угла в будущем. Навес с угла. В одно касание очень красиво. Ван Перси, Фабрегас и... И что? Красная карточка. Ну, это, знаете, это сдача. Знаете, Арсенал сам не может попросить. Стесняется. Но партнеру по сборной. Что, наверное, и сделает это. Мы посмотрим. Удар в девятку. Бьет Ван Перси. Кстати, лучший удар с пенальти — это удар в нижний угол, притирку к штанге. Самый эффективный. Гикс выручил. Ну вот тот самый ареал, о котором я говорил. Если мяч в штрафную на уровне вратаря. Когда вратарь играет, он настроится на щелчок полностью. Фабрегас бьет. Еще раз бьет. И не попадает. Сомнительно, чтобы они допрыгнули, дотянулись и смогли этот щелчок. Вот говорим, придираясь, да, к комплектации, ну, много строительства стадиона и, может быть, укрепление клубной структуры. Верят в Венгера, верит сам в себя. Заканчивается скидка. Будет удар по воротам? Нет. Сеск. Кстати, капитанской повязки. Посмотрим на Роналду. Сейчас это уже не так интересно, как на 11-й минуте. Но, может быть, тоже очень и очень опасно. Да, и было опасно. Мог вонзиться мяч под перекладину, теоретически. Так вот, в матчах чемпионата Гикс и Скоу. Но вот та стенка на 11-й минуте была, конечно, никудышной. Еще один удар Роналду. Это уже. Хотелось бы. Адебайор! Нет, это даже не удар для Ван. Треугольнички они разыгрывают и бьет на срыв ближнего, но разнообразие хочется. Роналду Гикс, конечно, по исходу матча Арсенала. Спасибо таки и вам, сэр Алекс. На Эмирайтс 3-1 выиграл Манчестер Юнайтед, 4-1 по сумме двух встреч. Александр Шмурнов был вместе с вами. Я